Вот многие ее собирают, эту трясучку. Вообще не могу понять прикола. Наверное, только если очень голодный. Это вот как будто бы вода, какой-то грибной бульон слабенький. И все это загустили желатином. Ну вот, в Варваринке тут я нашла его очень много. Просто все деревья в нем. Вот. Но я собирать не стала, потому что я знаю, что есть это не я, никто из моей семьи не будет. Вот. Ну, я знаю людей, которые собирают и едят. Ну вот вообще не, никак. Не знаю, засела возле этого дерева. Наверное, уже обед. Я еще вот кусочек съела. Ну вот, не знаю. Не мое вообще. Наверное, медузы такие же на вкус. Ну, так что, если вы очень-очень голодные или хотите пить, то вот такая штучка, она съедобная.